Компания All Heroes 3 — наша цель — дать игрокам более отзывчивые кампании, которые интересно проходить не один раз. Мы хотим, чтобы задания приспосабливались к вашему стилю игры, чтобы они ощущались по-разному в зависимости от ваших решений на протяжении кампании. В каждом задании, в каждой боевой задаче есть место разнообразия. В одних заданиях вам просто надо будет вытеснить противника из укрепленной оборонительной позиции. В других вам, возможно, понадобится эвакуировать ценную неисправную технику. Возможно, вы захотите устроить налеты на противника и уничтожить его ресурсы, запасы боеприпасов или топлива. Когда игрок начинает задание, нам не всегда известно, за какую фракцию он будет играть, какую выберет роту, как эта рота улучшена, какие в ней есть боевые единицы. Создавая задание, мы не можем строить предположения на этот счет. Мы должны проектировать задания таким образом, чтобы они сохраняли интерес для игрока при любом раскладе, чтобы при любом раскладе их можно было выполнить. Цель системы ROT — дать игроку возможность развития, возможность по-разному подходить к геймплею в реальном времени, в зависимости от того, за кого он начинал задание. С ротой спецназа игра будет ощущаться совершенно не так, как с десантной ротой. В рамках возможностей десантной роты, в зависимости от того, как игрок развивал эту роту, какие навыки и способности в ней открыты, играть можно будет по-разному. Одной из наших главных задач с ИИ в игре было сделать его более органичным, развитым, чем во второй части. Мы приступили к созданию инструментария, дающего указания к заданиям, и менее заскриптованных инструментов, влияющих на ИИ в определенных задачах. К примеру, мы назначаем зоне статус оборонительной или удерживаемой, и игра понимает, что нужно привести в такую зону войска и закончить задание. Если говорить об аутентичности заданий, игрок может участвовать в битве, в которой изначально бились американцы, за британцев или в британском сражении за американцев. Так что в какой-то степени в игре есть и антиисторическая составляющая. Игрок может как воссоздать исторические сражения, так и написать, что называется, собственную историю. Каждой роте есть что предложить в поддержку другим ротам, отправленным на задание, будь то десант или непосредственная поддержка. Например, вы получаете доступ к авиации, либо рядом есть бронетанковая рота, и вы можете вывести в бой часть ее танков. Либо же вы получаете пассивный экономический бонус. У нас есть задание, составленное вокруг одного отряда инженеров, который должен найти и эвакуировать поврежденный танк из тыла противника. У нас есть небольшие задания, где ваша цель — уничтожить высокопоставленного офицера и скрыться. Мы хотим вписать эти маленькие истории, истории отдельных людей, между повествованиями о масштабных, всем известных сражениях.